Здравствуйте. Мы поднялись на поверхность. К сожалению, пришлось выкинуть все оружие, чтобы было легче. Но это не проблема. Здесь рядом дробовик лежит. И берсерк. Что по-своему прекрасно. И давайте же пройдем через эти пещеры. Здесь нас встречают несколько ребят. Мы их расстреляем. А с этим чуваком подеремся в рукопашную. Отлично. И здесь мы видим этот шлакоблок, который почему-то отравляет воду. Должно быть это что-то инопланетное. Или... не знаю. Так как бы, все равно. Видеоиграм все равно не нужен смысл. Мы здесь, чтобы убивать чертей. Проходим сюда, и нам открывается вот эта чудесная картина. Здесь сможем найти пулемет и пинки, которым можем надавать по морде. Ему тоже, но подождем, пока он прибежит. Так. Далее расстреливаем этих ребят. Пробиваемся сквозь них. И вот этого манкуба. Я хочу стравить с этим пауком. У нас это получается. Сейчас они будут драться. Так. Паук до сих пор не выстрелил у него. Ладно, когда-нибудь не встретятся. Пока возьмем супер дробовик вот здесь и... и пойдем пока вот сюда. Убьем вот этих ребят. И на того паренька наверху. Чтобы он не мешал нам взять секрет. Видите, вот эта стена немножко вдавлена. И мы можем толкнуть ее и получить рюкзак. Далее заходим сюда, убиваем этих мангулов, чтобы не мешались. Потому что они будут мешаться. Так, там у нас дела с этими ребятами. Паук не пытается попасть. Дойдет ли он, интересно? Дошел, отлично. Оставим их. Возьмем ракетницу, нажмем на эту кнопку, чтобы создать вот такое подобие моста. И заберем желтый череп. Я предлагаю свалить отсюда. Помимо нас здесь еще появляются вот эти вот монстры. Как там дела у наших ребят? Паук уже откинулся. Окей. Он сделал довольно хорошую работу, между прочим. Как и демоны прилетели уже. А что такое? Ну ладно. Потом им займемся, все равно он к нам прилетит. Пока что пойдем за следующим черепом. Сюда вот. Хотя... вообще-то я бы хотел брони для начала заиметь. Вот. Дадим им поесть перед тем, как мы их забьем. Ой, как один он прилетел. Надо же. Отлично. Я думаю, стоит пройти еще вот здесь, потому что тут за углом прячется пинки. Да. А вот здесь, на вот этом, на вот этой горе, мы можем видеть невидимость. И если она вам сильно нужна по какой-то причине, то добыть ее можно, прыгнув вот в этот портал, всего лишь. И да, это секрет. Последний, по-моему. Да.
А, вот эта комната. За этими решетками манкуб. Мы просто нажмем эту кнопку. И для начала расставляем хит-сканеров и прочую мелочь. Тонлайтов стараемся не трогать, потому что они нам помогут справиться с манкубом. Давай, здоровяк, стреляй. Так. А, отлично, он в них в обоих попал. Смотрим, чем дело закончится. Еду и осталось. Ладно. И здесь мы повторяем ту же самую штуку. Забираем череп. И сваливаем. Хотя... Не, все-таки сваливаем. Давайте вернемся, потому что там еще есть кого убить. Например, вот этого паренька. Костлевого. Там внизу бегают пинки. Давайте их тоже прикончим. И отправимся за последним черепом. Буквально вот сюда, недалеко. Возьмем сразу костюм радиационный. Потому что, как видите, тут пол залит токсинами. Нажмем эту кнопку, чтобы вызвать ребят, которые будут друг с другом воевать. Ну и мы периодически стрелять будем, конечно же. Наверху манкубус на лифте. Давайте вызовем лифт, нажав эту кнопку. Так, и... Манкуб не приехал. Окей. Давайте позовем его еще раз. Отлично, вот он. Ой. Немножко все хаотично. По-моему, мне пора убивать уже кого-нибудь. Отлично. И мы поднимаемся на этом лифте. Нажимаем кнопку и тем же способом добываем последний череп. Опять же, нас атаковать будут из-за этого. Давайте свалим отсюда. Так. Предлагаю обойти вот здесь, чтобы добить этих ребят. По-моему, импы еще остались. Да. А, давай вот без этого. Ну, лети сюда. Отлично. Ну и все. Пора использовать наши ключи по назначению. Мы возвращаемся в центральное строение. Здесь паучок гуляет. Давайте его бьем, чтобы не мешал. И когда мы вставим все три ключа на их положенное место, начнется настоящее веселье. Кибердемон. БФГ. Все как мы любим. Так, пройдем вот сюда. Поубиваем пока всякую мелочь. Как кибердемон на заднем плане раскидывается ракетами и задевает более крупного. О, здравствуйте. Я забыл про него. Чего? Кажется, весь заряд БФГ достался Пинки. Ну ладно. А там должны быть бароны и ревенанты, с которыми наш друг кибердемон будет воевать. Ага, вот они появляются. Отлично. Отбившихся поищем. Да ладно.
что вы такие прочные-то? Как там дела? О, Бердемон со всеми справился. Окей, значит, это только он и я. Ну, он должен быть мертв уже, почти. Отлично. Это должны быть все ребята, насколько я понимаю, да? Так и есть. Можем двигаться к выходу. Под конец насладимся эстетикой в последний раз. И уходим отсюда. Я обожаю этот уровень. Он шикарный визуально, музыка приятная, бои тоже интересные. А именно какая-то нелинейность присутствует, то есть можно разными путями проходить этот уровень. Не то чтобы она прям совсем нелинейная нелинейность, но можно в разную очередь собирать ключи и по-разному там проходить его и так далее. Да? Как-то вот так вот. Я говорю, если первые два уровня были такие, ну, больше вводные, то вот этот уже прям раскрывается. И следующие также следуют этой традиции, все. Они все веселее, больше. И эстетика у них, конечно, отличная. Ну, я полагаю, если вы увидели Ancient Aliens, то эстетика будет знакомая. Но все равно здорово поиграть в уровни, которые следуют похожему визуалу. Это всегда приятно, на мой взгляд. Ну да ладно. Оставайтесь на связи. Спасибо вам за просмотр и всего доброго.